Аня, а ты сколько весишь? Я боюсь взвешиваться и мериться ростом. Ну, ростом, ростом ты 1.50 м. Ну вот где-то я. Ну вот смотри, я 1.54 м. Хочешь сказать меньше, чем 50? Вот ты 1.50 м. Самый отличный рост. Полтора метра ровно. В школе я когда в классе в третьем училась, потом попозже, когда все начали расти очень быстро, а я не росла. Ну, то есть так получилось, что все всегда были выше меня. Потом, когда получилось так, что малыши, которые, то есть, ну, я была в 7 классе, они были в 5, они были выше меня ростом. И сказали меня, эй, мелкая, слышь, что? У меня был безумный комплекс, я прям вообще не знала. Я была еще маленького веса, и я постоянно ела. Я сейчас все равно ем, я никак не могу потолстеть немножко хотя бы. Но потом в какой-то момент я поняла, что, в принципе, не так плохо быть маленькой. Ну и что, что я не жалею на голову? Ну и что? На две. Я на голову. А вот по весу я не знаю. Не знаю. Мне кажется, где-то 1.80 м уже. Да какой? 1.70 м, ладно. 1.80 м. Я была вот такая. Я вообще очень закомплексованная была где-то до 8 класса. Я ходила, я вообще ни с кем не разговаривала. Я считала, что во мне очень много недостатков, что я очень плохо выгляжу. И после я на все плюнула и начала заниматься музыкой, и мне стало пофиг на все. Что там с парнем после этого песни? Так, все видели, да? Нюда! Целовалась? Вот, я когда я найду человека, который действительно молоду. Чтобы поцеловать человека, для меня это очень важно, чтобы узнать его. Быть с ним знакомым как минимум месяц-два. Как минимум. Да. Полгода надо держать его. И что у тебя с парнем спит? Скажи, целовались? Хорошо, скажи, он тебя лапал? Нет! Он тебя не лапал? Он что, неопытный? Отстань, нет. Скажи, хотя бы он умеет целовать? Да нет, я не знаю. Умеет? Это позор. Да, это позор, я не вынесу этого. Боже мой, мальчик не умеет целовать и лапать. Да блин. Ну скажи, ладно. Нет, ну, скажи. Нет. Ну нам же интересно. Ну что, просто ходили и общались? Ходили и общались просто? Да. А он в каком-то веке живет. Боже мой, Нюта. Хоть ты бы не ходила, не общалась. Первая хотя бы поцеловала бы его. Я знала, что я нравлюсь молодому человеку одному, который учился в моей школе. Ну и он мне нравился. Я думаю, как же мы поцелуемся? Я ни разу не целовалась вообще. Но я представляла, как это, да? Гуляем в пруд, у меня собака была, мы гуляем, в общем-то. Садимся на лавочку. И он такой... Собственно, вот я это и вот это молодой человек. Нет, я просто, да? И он вот так говорит: слушай, а у тебя есть сережки? То есть поворачивай меня этим ухом. И я такая: нет! Он такой: а на этом! И такой меня: вот! И вот так пасть открыла. Бедная Лена. Вот так просто. Я так: что мне делать, я не знаю. И в итоге он потом сказал, что я не умею целоваться. По глазам она вот глаза. Да, взрослела. В глазах уже глубина. Глубина такая появилась. У меня нету глубины, нету. Все. Я сказала, сплошная глубина в глазах. Засос сзади, не смущайся. Так где у тебя засос сзади? Нет у меня никаких засосов. Понимаешь, у меня штаны тут грязные. Надо же по-другому разговаривать с папой. Да, акцент просто появился. Питерский акцент. Нет, еще я нет. Да иди ты, еще нет. Еще нет, я не целовалась с ним. Нет. Волосы в краске у тебя, но это ладно. Скажи, еще очень в красной краске. А у меня есть мальчик. Мальчик у меня есть и живет он в Питере. Питере. Лена! А он длинноволосый. Слушай, отстань. И волосы покрашены в черный цвет. Подожди. Нюта,
порвешь струну, ё-моё, на музыкальный инструмент. Давай. Иди. У меня аж слезки потекли. Через интернет мы с ним познакомились. И пока что переписываемся. Ну и, конечно, я не знаю, насколько это все серьезно, потому что, чтобы узнать человека, нужно с ним общаться каждый день. Но, я не знаю, мы с ним виделись раза два. И все. Черные глаза, вспоминаю, умираю, черные глаза, я только тебе мечтаю. Я помню белые обои, черная посуда, нас вдруг все двое, что мы оттуда, откуда зависаем, только ее ключи, все на день, все на потеры, да почему я на ней там? Ой-ой-ой, тебе нравится дым, черт с ним. Снимай. Вот что говорится к деньгам. Давай, моя хорошая. Здорово, Кострома. Здоровенько. Как жизнь твоя? А еще тут весь город обклеен плакатами шоу «Бегемотов». Я вот такая, о ком они имели в виду?